Да, конечно, вот применение ядов, которые, так сказать, достаточно редки, наводит мысль на то, что это могли быть спецслужбы. Но тогда мне вопрос на вопрос. А почему тогда живы Гордеевский? Почему тогда живы Калугин? Почему тогда живы Закаев и так далее? Почему жив сам Березовский? Наплевать, кому выгодно. Любой предатель должен всегда быть уничтожен. Любыми способами. Если пришел на работу в спецслужбы, работай там. Не нравится – уйди. А предавать, бежать за границу, сдавать секреты, которые получил как по работе, это все, так сказать, значит, выглядит плохо. I do not believe that Russia could have anything to do with that tragic situation. Mr. Litvinenko, I'm afraid, is an offer of those forces outside Russia who try to attack Russia, who try to create problems for Russia. I'm afraid that the Russia or the image of Russia can be damaged, but not for the reason Russia is guilty of anything, but for the reason somebody tries to use this situation to damage the international image of Russia.